Вышел трейлер спин-оффа сериала «Ходячие мертвецы». Премьера сериала на экранах ожидается в июне этого года. Производством шоу занимается телевизионный канал АМС. Телеканал АМС обнародовал первый трейлер спин-оффа и приквела сериала «Ходячие мертвецы» под названием «Бойтесь ходячих мертвецов». Выход его на экраны ожидается 2 июня 2019 года. Главные роли в сериале исполняют Мерседес Масон, Ким Диккинс, Калман Доминго, Фрэнк Диллейн и другие. Создан телевизионный проект режиссерами Робертом Киркманом и Дэйвом Эриксоном. Прямое отношение к событиям одноименной серии комиксов сериал не имеет. Однако происходит действие в той же вымышленной вселенной. Ранее сообщалось, что появился трейлер хоррора про куклу-монстра «Проклятие Аннабель 3». Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта newsgram.com.